Wow. Да уж, что скажешь. Интересное место, конечно, Адуй. Очень интересно. Омский городовой. А здесь еще глубже. Ну и кто там лазит? Какие-нибудь бурундучки, наверное. Поросло все. И шаем. Поросло. Чего не видно, старинная копия. То ли розовый на самом деле тут шпат, то ли отжигом работали, наверное, отжигом отжигали зимой. Какая-то куб безымянная, может, кто-то знает. Вот так вот. Что, не за аметистом, что ли, вот за этим светлым кварцем шли? Даже следа есть. Ничего себе. Посмотреть хоть. Ничего не посмотрю. Вот, наверное, характерные проводнички. Вот видите, в гнезде. Один, второй. Вот он идет. Вот он поплыл. Ой, вот сюда помельче. Пошел, вот он. Вот он прямо к зануру показывает. Так, занурыш где? Вот видите, катят они. Наглядное пособие. Вот там вот копать надо, значит. Альбит, что ли, чуть ли не прозрачный такой кварчик, да? Интересная копия. Не будем ворошить, а то выползет какая-нибудь микстура.
Да уж. Вот еще мох. Мох сниму, стенку показать. Красиво. Даже слюдка есть. Значит, что-то было интересное. Если есть следа в кварце, значит, все окей. Все как. Какой древностью пахнет. Надо выбираться. Хоть на корячках. Каких только здесь лишаев нет. Ну вот, ладно, выбрались. Топазница. Вот земляничка цветет. Скоро уже и ягоды будут. Землянка. Вау. Кто-то пробовал отвал. Что здесь? Ну и что здесь? Да, кварц. Кварчик, кварчик. Вот булдыганы. Вот этот интересный пигматит. Надо заснять образец. Эх, как вертело-то тут. Вот это мелкая графика. Вот практически перпендикулярно. Так она и есть, вот эти их теоглипты. Вот. А потом развернула и вон поперла в другую сторону. Сечение уже вот здесь вот. И слюдка. Интересный. Интересный пигматит. Тоже эти неровные. Здесь так. В другом угле по-другому. Их те глипты располагаются. Вот какая шахта. У
глубокое, не буду подходить.